Суицид – исключительно человеческий акт. Лица, совершающие суицид, обычно страдают от сильной душевной боли и находятся в состоянии стресса. Или не могут справиться со своими проблемами, говорят подростки. То, что распространенный довольно-таки в прошлом году, и я в Кишиневе где-то было еще в России, слышу постоянно, что есть суицидники, именно подростки, дети подросткового возраста, которые, ну как, вот они вступают под влияние в интернете, находят какие-то сайты и какие-то группы, где детей провоцируют на это. Общество как влияет на человека, это, наверное, самое главное, в первую очередь. Это давление родителей, наверное, классных руководителей. Жизнь, если какие-то тяжелые моменты в жизни, если человек психически как, ну, слаб, как психологически слаб, тогда, может быть. Суицидальная опасность по Гагаузии не критическая, однако отдельные случаи среди подростков, хоть и редкие, но уже настораживают. В теоретическом лицее Гайдаржи ребенок окончил жизнь самоубийством. Причины были исследованы, наверное, но как бы общественности это было сказано, что причина в том, что конфликт между родителями и ребенком. В Молдове общее количество смертей от суицида в 2012 году приблизилось к отметке 130. В последнее время такая опасность все более проникает в молодежную среду. Эту акцию проводится раз в год, так как сегодня, я еще раз сказала, Международный день по борьбе с суицидом в Республике Молдова. По официальным статистическим данным в Республике Молдова за 2012 год было 108 случаев суицида, попыток суицида, 15 случаев самоубийства, из которых 23 случая было совершено среди мужчин, 109 среди женщин. В целом ряде случаев решаются на такой шаг, как правило, замкнутые, ранимые по характеру подростки от ощущения одиночества, стрессов и утраты смысла жизни. В таких случаях психиатр рекомендует для профилактики и собственной безопасности построить свою модель поведения в жизни и следовать ей постоянно.